Проблема с несанкционированной свалкой в местности Черкес-Кутан в пригороде Махачкалы будет решена. Для этого республика примет участие в проекте Минприроды РФ «Генеральная уборка». Об этом председатель правительства Дагестана рассказал главе Росприроднадзора Светлане Родионовой. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки в Москву. Обсудили ситуацию с охраной и безопасностью окружающей среды, говорили об использовании водных объектов в животном и растительном мире, а также о ликвидации свалок в регионе и загрязнении горных рек. Также Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о включении 4 несанкционированных свалок в регионе в проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».